퓨어릴라의 듣기 좋은 음악 두 곡 신청곡으로 띄워드렸습니다. 아, 방금 듣고 вот это рекорд Южно-Сахалинск. Вот это одновременно без станции. Одна возможность с Японии, другая с Южной Кореей.선물 받으실 당첨자는 2부에서 발표를 하도록 하겠습니다. 아, 만화 기대가인데 초록은 아니었잖아요. 그렇죠? 예, 맞춰주시기 바랍니다. На легковые и грузовые автомобили. А пока мы работаем, вы приятно отдохнете в комнате ожидания. Мы профессиональная команда с многолетним опытом работы. Автостекла 165 на железнодорожной 165. Телефон 29 99 92. Впервые в Южно-Сахалинске с 23 июня. Московский центр «Бетон» Адрес. Программы «Топи». Вот это уже Китай пробивается. China National Radio. Вот это уже КБС, КБС, Южная Корея, пробивается с острова Чеджу. Thank you.
라반바였습니다. 아, 오늘 비 예보가 꽤 있던데 벌써부터 비가 많이 오고 있나 보네요. 5348님 부산. FM4U, остров Чеджу, 2000 километров до нас. Сэр, 가시는 겁니까? 순애, 우리 오늘은 직장에서 시내 걱정하지 말고 마음 편히 점심을 즐겨. 걱정보다 이재인 교수와 함께 태풍 등 건축물의 재난재해 대비 방법도 살펴보겠습니다. 1397님 지금의 있는 때가 됐으면 합니다. 어렸을 때 대리운전 현금이 없어 당황하셨다고요? 카드 결제에서 현금 영수 등까지 공사이 333-3333 대리운전. 아쉽다니 어머님. 아, 이렇게 안하게 웃고 있지 않습니까? 아따 억지로 웃으니까 좋네. 예, 그러실까요 어머님? 잠깐만. 아, 하방에 뭉게뭉게 피어오르는 이 연기들은 무엇이요? 직장인들이 삼삼오오 모여서 담배를 피는 것 같습니다. 요즘엔 실내에서 금연인 회사들이 많기 때문이지. 하방에 늘부러져 있는 담배꽁초들은 무엇이요? 30회 조리해서 드실 수 있는 떡볶이. 북한의 중거리 탄도미사일 무수단 시험 발사 결과로 미뤄졌다. 북한이 2020년대 초반에는 대륙간 탄도미사일의 실탄 발사를 가능했을 경우 전망한다. Растем. В мире полно мест, где можно выпить хороший кофе. На успешный. И снова Китай. Итак,
Вот так давит наш шансон. В общем, решил спортом заняться. Ну, чтобы там себя в форме поддерживать. Я себе хочу тренажер купить. Ну, правильно. Давно пора. А то выглядишь как старый Смотри, противно. Ты чё, а? Корова много п***. Чё я сказал? Ты чё сказала? Чё ты развонялась-то? Я не понял. Ну, давай. Вот так. Массаж от сопровождающих его людей. Марк Цукерберг получил. У меня прогнозируется облачная погода с прояснениями. К вечеру, возможно, небольшая. Днем температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла. Спонсор выпуска прогноза погоды — сеть салонов модной оптики «Линзочки». Программах, где про бизнес. Thank you.
И опять Китай. Субтитры сделал DimaTorzok.